Максим, привет. Приветики. Слушай, ну сегодня вообще супер праздник. Прям бомба. Просто вот ты удивишься. Прям пушка. Да, потому что сегодня день выпускания птиц души на волю. Лети, что за праздник такой? Лети. Вот такой праздник. А как их выпускать вообще? Вот прежде чем выпускать, нужно сначала узнать, а птица какой души живет у тебя? Вот ты с кем воробушек. Себя ассоциируешь? Воробушек. Воробушек. Это почему? Я думал, ты орел. Не, я воробушек. А что за воробушек? Я хлебушек люблю. И такой на пощине, на гостево, когда мне холодно так. И все. А ты? Какая птица? Я тогда фламинго. Это которая дитя заката? Нет, это та, которая любит розовое. А, то я смотрю, на двух ногах стоишь, не на одной, да и нос у тебя нормальный. Мне так не надо. Ладно, пойдем выпускать наших птиц. Не пойдем, не пойдем, полетели. На девятую студию. А, нет, я ж воробушек. Я кричу, как чайка. Давай, гули-гули-гули-гули-гули-гули. Давай, фламинго, лети. Доброго вечера, птички наши! Сегодня хочется обратиться к вам именно образом. Воробей Максим сегодня ведет этот эфир. Ну и фламинго Алена. Да? Ну и стая других пернатых нам помогает в этом. В общем, друзья, мы не сошли с ума, потому что мы сегодня с вами будем общаться на очень интересную тему, в принципе, как и всегда на девятой студии. Поэтому прямо сейчас откладывайте все свои рабочие дела и начинайте смотреть девятую студию для того, чтобы мы с вами пообщались в прямом эфире, а вы выиграли подарки. Да. Что для этого нужно? Очень просто все. Заходите в группу «Девятка ТВ Киров», ищите там пост с прямой трансляцией. И под постом с прямой трансляцией, во-первых, можете передавать привет и поздравления, да все что угодно. Уже можно начинать с Новым годом поздравлять, почему бы и нет. Да? Ну а также отвечайте на вопрос нашего вечера, который звучит как? Мы хотим спросить, с какой птицей вы себя ассоциируете. Поэтому рассказывайте, во-первых, напишите птицу, а во-вторых, да, почему именно так? Да. Вот что у вас есть схожего? Или, может быть, просто вот вы решили, что состояние вашей души, как у меня, розовый фламинго. А возможно, вы орлы? Может быть и так. Все это мы хотим у вас узнать, прочитать. Все это вы услышите в прямом эфире. Ну а за вашу активность, за ваши классные комментарии мы сегодня подарим подарки. А вот какие, Аленушка? Ну что ж, во-первых, мы хотим, чтобы вы прекрасно говорили, чтобы вас слышал весь город как минимум, поэтому сертификат в школу речи. И также к этому сертификату у нас еще есть скидочка для того, чтобы вы купили себе классную сковородку. Скидочка на сковородочку. Это еще не все. Перед Новым годом очень хочется, знаешь, каких-то трансформаций внутренних, как-то поменяться, чтобы очень в Новый хочется. Год выйти, да, войти таким человеком уже обновленным. Поэтому у нас есть сертификат на участие в трансформационной игре. Если еще никто не пробовал это, я лично вам говорю, что это интересно. Посмотрите, человек трансформировался. Постоянно причем это делаю. По крайней мере, понаблюдать за собой, познакомиться с новыми людьми. Это все для вас. Ну и к нему тоже вот такая же скидка. Все ли это? Еще не все. Есть еще что-то? У нас же скоро КВН, Максим. 16 декабря. Все верно. ВДК железнодорожников. Вечерочком. Около 7 вечера. Если я точно 6 или 7. По-моему, 7. Так вот, друзья, состоится финал. Финал официальной лиги Международного союза КВН «Вятка». Приезжают команды из разных уголков нашей страны. Даже с Сахалина одна прилетит, чтобы побороться за звание чемпиона. Приходите и посмейтесь и вы. Почему бы и нет? Два билетика сегодня в одни руки мы разыгрываем, поэтому собрались, написали комментарий, а также можете еще и позвонить 351404 и ответить на вопрос про какую птицу, с какой птицей вы себя ассоциируете прямо в прямом эфире, прямо здесь, сейчас. 351404, набирайте, передавайте привет, отвечайте на вопрос вечера, и кто-то из вас получит подарок. Да, ну а если подарков вам все еще мало, и вы мечтаете о том, чтобы собрать, знаешь, такую целую коллекцию подарков от телеканала «Девятка ТВ», то, друзья, смотрите наш телеканал в течение всего дня, ловите те самые волшебные кодовые слова, потому что у нас начинается охота на подарки. Кодовые слова выходят каждый день новые. Именно поэтому, Максим, я их в множественном числе Хорошо. Сегодня сказала. Итак, каждый день есть слово дня, вы его ловите, можно запоминаете, либо пишите нам в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» только это слово, либо переходите
с помощью QR-кода, который тоже появляется на экранах с помощью своего смартфона. Все очень просто. Включаете камеру на своем смартфоне, наводите на этот QR-код, и автоматически он вас приглашает к нам в личное сообщение. Куда и пишите это слово. Да, ну и каждый день, конечно же, мы дарим вам подарки, то есть разыгрываем среди всех-всех-всех участников, потому что каждому тому, кто напишет нам слово, присуждается специальный номер. Все верно. Можно играть всей семьей, таким образом у вас номеров будет больше. Ну а 31 декабря грандиозный розыгрыш в прямом эфире. Все номера участвуют. Все, абсолютно, и подарки там ого-го какие. Ну что, мы вам все рассказали, мы вам все показали, вы уже вот сидите вот так вот. Ну давайте же уже. Ну еще что-нибудь интересное нам покажите, а мы слышим и показываем. Да, наша программа еще и полезная, поэтому, друзья, совсем скоро мы будем готовить новогодний стол, приглашать гостей. И, конечно же, одним из основных блюд это будет, конечно же, мясо. А как его выбрать? Да так, чтобы оно было и сочное, и вкусное. Сейчас узнаем. Мясо – полноценный источник сил и энергии для нашего организма. На сегодняшний день самый популярный вид – это говядина. Она имеет отличный вкус, аромат и питательные свойства. Ну, по крайней мере, должна иметь. О чем необходимо знать, чтобы продукт принес столько пользу, мы сегодня спросим у нашего эксперта Юсуфа. Юсуф, здравствуйте. Ассаламу алейкум, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, первый вопрос. Где лучше покупать мясо? На рынке или в магазине все-таки? Как сказал персонаж, известный из мультфильма «Шарик», мясо лучше покупать в магазине, потому что там костей много. Вот. А если вы выбираете мясо для себя, конечно, мясо лучше покупать на рынке, потому что мясо на рынке, оно зачастую либо фермерское, либо около, скажем так, фермерское. То есть с маленьких, таких небольших, там, оставшихся колхозов, совхозов. На рынке ветеринарно-санитарный контроль построен намного даже жестче, чем в магазине. Без ветеринарно-санитарного контроля ни один кусок мяса на прилавок не может попасть. Какое должно быть мясо? Как мне, обычному покупателю, понять, что вот это хороший кусок? Первый, самый важный оценочный критерий – это его внешний вид. Чем моложе мясо, тем оно светлее по цвету. Угу. То есть, видите, вот розово-нежный цвет – это значит молодая телятина. Обратить надо внимание на жир. Жир должен быть белый, либо ну, чуть-чуть слегка желтоватый, очень слегка желтоватого цвета, в основном белый жир. Это говорит о том, что мясо молодое. Тактильный способ. Вот. Видите? На мясо нажимаете, палец прям проваливается туда вовнутрь. Мясо на ощупь мягкое, само по себе мягкое. Ну, давайте поговорим про разные части. Вот я ничего не понимаю, что есть что. Для меня это просто все говядина. Допустим, берем вот эту вот голяшка называется, да? Голяшка? Да, вот она. Это от передней лопатки нижняя часть. Вот. Из нее получится очень вкусный, наваристый. Вот даже не то, что супчик, а ближе к борщу такой наваристый, густой бульон получится из нее. Чем больше в мясе прожилок, вот этих вот, да? Вот, тем будет наваристее и гуще бульон. Что касается вторых блюд, на вторые блюда у нас уже идет мясо помягче. Вот структура мяса должна быть мягкая. Вот как я вам показывал, допустим, корейка подойдет на вторые блюда. Дальше у нас идет подшеек. Подшеек – это одно из тех мест, одно из немногих мест, которое идет на люля-кебаб. Подшеек, в принципе, он также очень хорошо подойдет для запекания. Очень мягкое, нежное место для запекания подшеек. Дальше мы переходим, собственно говоря, к мякоти. В советские времена у нас котлеты по ГОСТу готовились только из задней тазовой мякоти. О, да? Да. Потому что здесь меньше всего жил. Так. Здесь крупнее кусок. Вот видите, вот прям огромный вот кусок мяса, и он без жил. Потому что котлета – это мясо, ну, скажем так, быстрого приготовления. Понимаете? Ну, оно да. быстро жарится. Конечно. И жилка не успевает как бы до полного приготовления дойти. Дойти, да. Юсуф, вот напоследок поделитесь каким-то секретом приготовления мяса для наших телезрителей. Если вы хотите получить вкусное мясо, вам бульон не важен, вам нужен вкус мяса. Тогда мы кипятим воду и уже в кипящую воду опускаем кусок мяса. Тогда мы получаем вкусное мясо. Но не такой вкусный бульон. Но чем-то приходится жертвовать, получается.
Теперь вы можете смело отправляться на рынок и покупать мясо, не боясь того, что вам продадут некачественный товар. Самое главное, определитесь с целью, для какого блюда вы покупаете говядину. Всем до свидания, пока-пока! Пришлось, кстати, хозяйкам на заметку. Действительно, я не знала, что есть такие способы, как даже вот просто с первого взгляда понять, какое мясо действительно хорошее. Ну, а прямо сейчас буквально, как говорится, с рынка к нам на экраны, на прямую связь прибыл Александр Бушмакин. Саш, привет. Ну привет, что, ребят. Как тебе там? Понравилось? Вообще очень круто, очень полезно. Потыкал пальцем в мясо? Нет, там нужно перчатки специально иметь, но обязательно потом попрошу продавца где-нибудь на рынке, чтобы мне потыкали в говядину, которую я хочу купить. Можете официально ссылаться на этот сюжет и говорить: Юсуф сказал. Как дела, Саша? Да все отлично, прекрасное настроение сегодня. Что, среда? Среда, классно же. Среда. Очень хорошо. Может, вторник, может, четверг, никто не знает. Сань, дай угадай, ты пришел сюда, чтобы рассказать нам о новых бизнес-проектах. Ну, частично о бизнес-проектах. Но сегодня, вот знаешь, даже слово «клянчить деньги» не хочется говорить. Опять ты с добрым пришел? Я пришел очень с добрым, друзья. Расскажу про краудфандинговые проекты. Это такие специальные платформы в интернете, где обычно люди выкладывают свои какие-то хотелки. Но вот первые два проекта, даже, наверное, один проект. Первый один, да. Он такой вот очень добрый и душевный. Эрнст так же говорит. Поехали. Да, проект называется «Новогодние подарки котикам». Сиротам. О, боже! О, сейчас польются слезы. Нет, подожди, там нет собак. А, там не щенки. Там не щенки, просто если бы были щенки. Ну, котики, они сироты. Бюджет этого проекта 100 тысяч, даже бюджет как-то не поворачивается, язык сказать. Да-да-да. 13 с лишним уже собрали. Вот ваше предположение, что же это такое? На корм. Так, еще. Игрушки. Вот развлекательное шоу, даже не пошутить. Игрушки котикам. Ты понимаешь, что в каком-то приюте они, да? Я так вижу, что туда шапочки, шарфики. Ну, там они одеты красиво. По-новогоднему уже. На фотку накопили, да? Вот нас на подарки нет. В общем, ребята, есть такой фонд, который называется «Кошка ветра». Кошка ветра? Кошка ветра, это два разных слова. Кошка. А я думал, какое-то чешское, это кошка ветра. Кошка ветра, нет. Это такая организация в Подмосковье, которая занимается кошками, котами, которых оставили на улице какие-то очень нехорошие люди, и они, вот этих, называют их сиротами, они их подбирают, и у них есть специальный сайт, где они размещают вот этих вот замечательных животных, чтобы их кто-нибудь забрал. Но их же нужно содержать, и скоро Новый год, они тоже хотят праздника, и поэтому организаторы этого фонда просят помочь котикам бездомным найти приют, найти теплый, уютный дом, и, ну, и корм, конечно, тоже помочь. А на это всем, кто пожертвует деньги, котики сделали классную фотосессию. В таких замечательных шапочках, да, и еще у котиков есть у всех имена, например, Барсик, Гесар, Елания, Бьянка, например. Как на нашем дворе. Да, поэтому я считаю, что это очень благое дело, пожертвовать деньги для котиков-сирот. Это прекрасно, давайте дальше, а то сейчас я разревусь. Если кто-то хочет сделать доброе дело, поэтому, друзья, давайте. Но если щенки, сейчас вся зарплата бы улетела. Нет, тема кошек продолжается прямо сейчас. Так. Умная кормушка Healthy Pet. Такие есть же. Обязательно говорить вот так? Healthy Pet. Ну, я почему-то когда вижу английские названия, хочется не сказать умная кормушка Healthy Pet, а Healthy Pet. Хочется козырнуть знанием своего английского языка. Да. Английского. Здоровый питомец называется такая кормушка. Меня тоже как-то удивило, что вроде есть же такие кормушки. Но у меня нет питомцев. В чем прикол? Да? Прикол? У тебя есть у кота умная кормушка? Или ты за умную? Я умная кормушка у своего кота. Жена умная кормушка у нашего кота. Все умные кормушки у нашего кота. Ну, в общем, очень такой бешеный ритм жизни ведь у нас у всех, правильно? Очень бешеный. Просто сумасшедший. И у тебя, если есть питомец, и он хочет есть, это логично. И вот, чтобы не забыть про него, вдруг там убежал, опаздываешь на работу, убежал, не покормил своего кота, есть вот такая умная Healthy Pet кормушка. Что, как она работает? Значит, подключаться в розетку, это уже хорошо. Засыпается корм, ставится таймер. Корм засыпается несколько видов. Все для чего? Потому что в приложении, это все с приложением связано на смартфоне, там, значит, вводятся параметры твоего кота.
Вплоть до клички, значит, сколько он весит, там объем бедер, грубо говоря. Хотя, возможно, скоро там это и будет. Все параметры кота вносятся, аллергии различные, какие там прививки поставлены и так далее. И умная программа формирует меню для вашего котика. Вот это да. И в нужное время высыпает ему порции корма, чтобы он... Если, например, нужно набрать вес, котик очень похудел, корм будет подаваться чуть больше, чуть чаще. А если нужно, наоборот, похудеть, то будет маленькая диета для вашего котика. Как бы там не учли никто, что тут один-то корм как бы недешево покупать, а им там надо несколько. Да, и там как бы все это будет... Не хо-хо? Ну, помимо того, что нужно будет купить еще эту кормушку, еще надо... Еще и кормушку надо купить, потом три вида корма надо купить, потом за электричество заплати, которое она использует. Ну, ребята, я лучше из руки покормлю. Ну, все, ну вдруг ты забудешь покормить своего кота. Я нормальный хозяин. Ты не забудешь? Я никогда не забываю кормить своего кота. Я первым делом, просыпаясь, кормлю кота, а потом уже себя. Какой слушайте, но 0 рублей, вот 0 такие рублей, же, как да, Максим, Лёва. Видимо, хозяева, снобы. Вот они знают, что они и так умная кормушка для своих котов. Да нет, котов. Тем более же есть такие кормушки, есть, уже изобретены. Они это что? Healthy pet. Healthy да. pet. Неправильно говоришь, надо, немножко с пафосом. Healthy pet. Давайте следующий проект. Ну и давайте next, следующий. Next, please. Yeah, you know. Следующий проект не про котов. Колледж сварки называется. Просто. Так, кто-то ПТУ решил открыть, да? ПТУ сварщиков решили переименовать. 3,5 миллиона рублей просят. Не, подожди, факультет сварщиков решил отделиться от строительного ПТУ. Мы хотим свое. Свое юрлицо открыть, быть самостоятельными. В общем... Один рубль, да. Один рубль, да, из 3,5 миллиона рублей. Проект этот создан в городе Йошкар-Ола, наших соседей. Не хватает там сварщика заметно, да. И знаете, кто автор этого проекта? Конечно сварщик? Же нет. Нет, там не уточняется, кстати. Хотя, возможно. Как ты нам расскажешь? Заряна Милютина. Это девушка. Девушка-сварщик. Девушка хочет открыть колледж сварки в своем городе, в городе Йошкар-Ола. Все почему? Потому что, как она считает, ну, и, наверное, многие согласятся, что профессия сварщика очень важна и очень нужна. Но сейчас вот в средних специальных учебных заведениях все меньше поток людей на эту специальность. И по большей части, если это нужно, такое образование имеет, то это просто идут и покупают корочки этого сварщика. А она... хочет построить колледж сварки. Нет. Свою методу туда еще ввести специально. Нет, было бы забавно, если бы там была история. Однажды, прогуливаясь по Йошкар-Оле, я проходила мимо забора и ужаснулась. Какой же неровный сварной шов. Это ж кто так его обучил? А я сделаю лучше. Поэтому колледж сварки! 8-900. Тебе нужно рекомендовать ей, кстати, чтобы она так именно описывала свои проекты, а не так, что профессия не востребована. Мне кажется, ей бы сразу, ну... Побольше бы, да, накинули. Поверьте, это не работает. У меня на этих платформах, знаете, сколько бизнес-проектов? Ни один ничего не собрал. Ну, время покажет, как говорится. Да. Ну что ж, Саш, спасибо тебе большое. За спасибо обзор. И не можем тебя отпустить, не спросив, с какой птицей ты себя ассоциируешь. Какой же ты славный птах. Знаете, я пока был за кадром и слышал вопрос сегодняшнего эфира. Я прошел тест в интернете, какая я птица. Вот это уровень подготовки. Тест показал, что я снегирь. Быстрая, работоспособная пташка, которая хочет быть впереди. Теперь пройди тест на IQ. Ребят, где? Всем советую. Мы теперь знаем, что есть такие птица? Тесты. Какая я птица. Ну а пока мы с Максимом Пингвин. Будем проходить этот тест. Вы, друзья, будете писать комментарии, возможно, даже результаты этого теста. Ну, а еще заодно посмотрите сюжет, потому что сейчас будет 9 глупых вопросов. Сегодня это хоккейный вратарь. Хочешь узнать что-то новое об интересных профессиях, но боишься спросить напрямую? Каждую неделю мы будем задавать 9 глупых вопросов представителям какой-либо профессии, и они расскажут, как все есть на самом деле. Всем привет, меня зовут Сухарев Александр, и я хоккейный вратарь. В начале игры где-то 15 кг, под конец под 25 кг. Впитывает воду, пот.
Ну, как говорят, вратарь полкоманды вот ровно настолько и зависит. У нападающих есть защитники, у защитников вратарь, а у меня только штанги. По-разному. Иногда больно прилетает. Особенно неприятно, когда прилетает в эти части, в район, здесь плохо защищено, в район сочленения кисти. Хуже всего в голову. В голову очень неприятно. А даже есть специальное правило, что при попадании в шлем вратарь имеет право остановить игру, подняв руку. Правда, спасает, но все равно больно. И мы иногда ее не видим, честно тебе признаюсь. Вот эта вот штука очень сильно ограничивает зрение, в том числе периферийное. Здесь очень важно выбрать правильную позицию, тогда шайба пролетит в тебя. То есть ты понимаешь примерно, куда она летит, то есть ты видишь бросок, видишь направление, дальше только такая инстинктивная реакция. Иногда ты реально не видишь шайбу, даже иногда пропускаешь, что вот она в ловушку попала, ты даже не понимаешь, что она там. Но они не долбят, мы срезаем верхний слой для того, чтобы при катании на щитках как улетать недалеко на щитках, да, то есть вот ты толкнулся, на щитке поехал, и, собственно говоря, иногда он плохо катится на этой верхней подушке, когда она давно залита, если она свежезалитая, то он, наоборот, очень хорошо, слишком хорошо катится, и ты улетаешь. Здесь, соответственно, ты срезаешь весь этот верхний слой, образуется такая снежная корочка, по которой ты нормально катаешься. Слушай, иногда хочется, но очень редко. Они там что-то бьют друг друга зачем-то. Не. Таскать баул – это самое отвратительное вообще, что есть в этой жизни. Вот это вот эти ваши 25 килограмм, плюс еще что-нибудь, плюс бутылочка воды. И ты вот это все тащишь, грузишь в машину, тащишь на пятый этаж в студию. Тренируйтесь. Не моргайте и не уворачивайтесь от шайб, ловите их в себя. Ну что, надеюсь, вы чуть-чуть больше узнали о такой профессии, как вратарь в хоккейной команде. Ну а прямо сейчас мы уже будем узнавать у вас, с какой птицей вы себя ассоциируете. Билетики на КВН сегодня разыгрываются на 16 число на финал Лиги Вятков ДК железнодорожников. Также разыгрывается скидка на сковородку и на сертификат в школу речи. А также скидка на сковородку и участие в трансформационной игре. Я выговорил, я молодец. И все это сегодня мы будем дарить вам за ваши комментарии, кое сейчас будет читать Алена Милина. Ну что ж, поехали. Птички наши. Чирик-чирик. Чебурк-чебурк. Аня Солодянкина, здравствуйте. Ассоциирую себя с попугаем. Ведь уже сама, в кавычках, чирикаю, когда с ним общаюсь. И есть, кстати, фоточка. Кеша хороший вот это, да? Птичек, пойдем смотреть. Зоя Зотова, ассоциирую с той, которой априори нужна свобода. Свободный полет. Свободная птица. Это какая? Орел. Может быть. Сокол. Сокол 7. Агалакова Александра. Воробей, потому что я низкая. С Новым годом. Воробушки. Едят такие. У вас в стае воробьиной пополнение. Максим у нас сегодня пока предводитель, а Галакова Александра с ним. Наталья Дмитриева, добрый вечер. Ассоциирую себя с Колибри, потому что легка на подъем, люблю многозадачность, постоянно ставлю цели и много тружусь. И нектар. Люблю. Кстати, Колибри достаточно сложно найти, ну, то есть ее заметить для того, чтобы сфотографировать, потому что она действительно вот такая неуловимая. Алена, знаю, да, Аленка охотилась, говорят, два дня за ней по джунглям бегала, так и не смогла поймать. Кстати, в одном путешествии так и было. Только дольше. Елена Чехомова. Здравствуйте. Я Феникс, конечно. Кажется, что сил нет вовсе, но ничего, потом снова оживаю. Падали, но поднимались. Вот это, да, вот все. Нина Дрямина. Здравствуйте. Ну, конечно же, с синичкой. Который год зимой вешаю кормушку на балконе. Если забываю насыпать корм, то заглядываю в окно, где я нахожусь. Такие они аккуратненькие, красивенькие. Любуюсь постоянно. Забыла корм насыпать там в окно. Синичка. Ну что? Что, еда где? Вчера была, сегодня нет. Максим просто мастерски показывает любую синичку, друзья.
Михаил Гладков. Добрый вечер, Алена и Максим. И снова о футболе. Сегодня второй полуфинал чемпионата мира по футболу. Верно? Да. Поддержим команду сборной Марокко. Верно? Да. Пусть птица счастья принесет им вероятный и счастливый успех. Но, к сожалению, такого в 95% случаев не случится. Но мы верим. Далее Денис Шибанов нам пишет о том, что котов нельзя перекармливать. И вот такого вот... У нас вопрос про птиц. Нет, это он к тому, что про кормушку. Он написал «нельзя»? «Нельзя». «Нельзя», «нельзя». «Healthy pet» вот это вот. «Healthy pet». «Healthy pet». Немножко напыщенность. «Healthy pet». Хорошо, Максим, буду учиться. Далее, Анна Михайловна. Здравствуйте. Ну, конечно же, с попугаем, потому что я такая же разговорчивая, как попугай. Как вам такой попугай от Максима? Я что-то это, да. Слушайте, надо в цирк идти. Ирина Никулина. Сегодня я похожа на сиренево-грудую сизоворонку. Вот так вот. И есть фотография. Посмотрите, на кого. Моя ты сизоворонушка. Да. Ольга Одигова. Почему-то Максима хочется сравнить с птицей говорун из мультика. Да, потому что она что? Отличается умом и сообразительностью. А себя с воробушком из мультика про Простоквашино. Моя воробьиная стая пополняется. Разрастается, да. Надежда Кузнецова. Добрый вечер. Жаворонок рано встает, сова поздно ложится. А если рано вставать и поздно ложиться, как назвать такую птичку? Соворонок. Соворонок. Сизоворонка. Да. Сизогруды. Елена Сандалова. Добрый вечер. По утрам совенок, по вечерам белый лебедь. Вот у нас белая лебедушка первая прилетела. Катюшка Клинова. С утра я сова, в любви я лебедь, на работе дятел-трудяга, а на Новый год буду павлин в красивом наряде. Пошла важная, да? Почему никто не пишет? Я гусь. Ну, подожди, еще будет. Юлия Казакова. Я дятел. Тогда на всех нужно, так как на всех нужно достучаться. Я думал, ремонт делаете. Слушайте, ну это... Мы не думали, что настолько будет веселая тема. Михаил Глазков. Птица счастья завтрашнего дня. Михаил у нас. И летела к Риму. Вот. И еще у нас одно есть сообщение. Ульяна Кибешева. Добрый вечер. Ассоциирую себя с птицей квизаль. Ученые говорят, это самая красивая птичка в мире. Но это говорят ученые. А в птичьем мире... Я вообще не знаю, что за птица квизаль. Воробей! Воробьиная стая сегодня пополнилась у нас конкретно. Кто еще там воробушек? Кто еще воробушки, то пишите в группе ВКонтакте обязательно. Воробьи, все ко мне! Также, друзья, вы можете написать и вопросы нашим гостям. А кто сегодня посетит девятую студию, вы узнаете из нашего профайла. Дамы и господа, встречайте, сегодня в гостях у девятой студии баскетболисты Георгий Дубровский и Евгений Лихтенвальд. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашим гостям. А вот и они уже в нашей студии. Доброго вечера, ребят. Как настроение? Привет, как дела? Настроение, в принципе, отличное. Все шикарно. Сашка, почему отличное, почему шикарное? Что с этим связано? Наверное, игра, которая прошла у нас буквально вчера по городу. То есть немного, наверное, уставшие. За вчера еще уставшие? Ну, она выдалась довольно такая интенсивная, да. Но всегда хорошо с утра проснуться с чувством победы. И не говори. Как-то прожить свой день, еще прийти сюда тоже дает какой-то заряд эмоций. Ух ты. Вы участвуете в чемпионате. Да, чемпионат АСБ. У нас буквально прошел со 2 по 4 декабря прошел домашний тур. То есть игры проходили, как правило, пятницу, субботу, воскресенье. Все три игры мы выиграли. С достаточно большим разрывом в очках. Серьезно? Ребята, к вам нужно поздравлять срочно. Ну, у нас, можно сказать, был целый баскетбольный праздник, можно сказать. Должны отдать должное нашим болельщикам, к
которые просто сделали такую нереальную атмосферу. Также хотелось бы отдать должное нашим менеджерам и всем тем людям, которые... У вас и менеджер есть? Конечно. Да. Каждого свой? Нет, в общем, у команды их несколько. Да. Девчонки очень хорошо, оперативно работают, ведут группу постоянно на какие-то интенсивы, все вот такое вот отправляют. Также можно отметить работу тренера, достаточно хорошую, он зарядил нас. Как зовут тренера? Алексей Леонидович Вавило. Давайте скажем вот в эту камеру спасибо ему. Спасибо вам большое, тренер. Алексей Леонидович. Все, теперь в старте будут выходить. Хотелось бы. Ну, также хотелось еще отметить всех тех людей, которые, допустим, волонтерский центр, да, которые помогали всей организации, именно организации домашнего тура, потому что с каждым днем болельщиков все было больше. Мы были приятно удивлены, когда на трибунах появлялись люди там с дудками, с барабанами. И когда мы играли, складывалось такое впечатление, что мы будто играем в какой-то единой лиге ВТБ. Просто атмосфера была нереальная. Я думаю, это наш домашний тур был целым таким праздником, баскетбольным праздником, как бы не только для любителей баскетбола, но и в целом людей, которым интересен баскетбол. Домашний тур, то есть вы играли у себя то на своей площадке, а к вам приезжал кто-то, все правильно. А кто приезжал? Расскажите про команды. Приехало 5 команд, это получается Пермь, Екатеринбург, 2 команды с Ульяновска. И Йошкар-Ола. И все в слезах уехали? Нет, мы играли только с тремя из них. Да, играли с 2 командами из Ульяновска. И с Йошкар-Олы. Ну и они как бы... Можно сказать и так. Правильно. Так и надо. Не надо к нам приезжать. Кто нам со своим мячом приедет? Пусть приезжают, чтобы мы всегда выигрывали. Поэтому, пожалуйста. Победа в чемпионате, кроме медалей любви девчонок, что-то еще дает? Ну, то есть, если вот вы выиграете в чемпионате, какое-то повышение ранга будет? Да, конечно. Если в прошлом году мы не смогли войти в тройку нашего высшего дивизиона Полжи-Урал, то в этом году мы, как бы, думаем, уже войдем, то есть серьезно настроены, чтобы войти в тройку, выиграть, как бы, сам дивизион, а уже в следующем году выступать на более элитном дивизионе, это студенческая лига РЖД. То есть мы всей командой надеемся, что будем там играть, потому что это все-таки более большая ответственность, уровень, да. И там как бы уровень тоже очень высокий. Вот так вот. Так, расскажите, пожалуйста, вот к нам приезжали из разных городов, вы пообщались, да, как у них вообще проходит, как развивается баскетбол, можно ли сравнить, допустим, с нашим, с кировским развитием? Сравнить туры, с которыми мы выезжаем по Полжи-Урал, то там атмосфера не такая, как у нас, допустим, в Кирове. То есть у нас арена, она более такая, более профессиональная. В других залах такого как бы нет. Ну и болельщиков у нас очень много. Потому что куда мы не ездили, болельщиков было не так сильно. И как бы атмосфера тоже не такой была. Тут на домашнем туре почти все трибуны заполнены. Каждый болеет за свою команду, за нас. И, ну, это просто дает максимальный заряд эмоций, и тут, ну, нельзя проигрывать просто при такой поддержке. На каком месте сейчас находится команда? Ну, есть же какая-то турнирная таблица? Ну, турнирная таблица, да, есть определенно, но у нас еще будут выезды. Получается, мы с 23 декабря по 25 у нас будет тур в Казани, мы там сыграем 3 игры. После Казани у нас последний тур в феврале пройдет в Екатеринбурге. И тогда уже все будет точно ясно. И уже в 20-х числах февраля у нас, получается, будет финал 8, в который мы, я думаю, попадем 100%. Там уже будет уже решиться. И там уже на вылет пойдет. Да. Ну что ж, друзья, будем желать вам легче успехов, потому что действительно впереди соревнования важные. Да? А расскажите вообще, как вот каждый из вас пришел в баскетбол? Да. Ну, лично мое знакомство с баскетболом произошло в 7 классе. До этого я занимался биатлоном и лыжными гонками. Так сложилось, что я уже был знаком на то время с тренером. Он меня все перетягивал с биатлона на баскетбол. То есть я был довольно высокого роста. Я как-то отказывался, не решался. Потом раз ходил на одну тренировку. Мне понравилась атмосфера. Вот командная именно. Ну, во-первых, там тепло было, да? В отличие от биатлона. Там было весело, это однозначно. Потому что все-таки это командный вид спорта, если отличить от биатлона. И как-то затянуло меня, и все, я как-то перешел в баскетбол. Вот так вот. Так, расскажи, пожалуйста. У меня немножко другая история. В баскетболе я достаточно долгое время, с 6 лет им занимаюсь, то есть это уже
12-й год, получается, идет. И в эту игру меня привел мой отец. Он сам волейболист, но ну, не профессиональный, то есть на любительском уровне играет, причем играет хорошо. И вот я, получается, прихожу на первую тренировку, в то время еще параллельно занимаюсь армейским рукопашным боем. И тренер вот по баскетболу у меня, она как бы замечает, насколько я большой комплекции, и сразу же все говорит, то есть, что все это безоговорочно в баскетбол, и вот так уже 12 лет, получается, так безоговорочно в баскетбол играю. А, ладно, сейчас самый главный вопрос, который вам задают, наверное, ну, просто все. Какой у вас рост? 204 сантиметра. 2 метра 4 сантиметра? Да. Можно сказать, самый высокий в команде. А у тебя? У меня 185. То есть я был немного поскромнее. А, ну да, ты так. Ребята зашли в студию, мы сразу думаем, у нас выдержат ли потолки. Да, двери немножко сегодня мне распиливали. Для того, чтобы все-таки пришли к нам, ребята. Ну что ж, мы продолжим наше общение, тем более, что вы можете задавать абсолютно любые вопросы. Ну а пока немножечко потанцуем топ-5 клипов на ваших экранах. Вы смотрите топ новинок отечественной эстрады по версии шоу «Девятая студия». Поехали! 5 место. Юлия Савичева представила видеоклип на песню «Желтое такси» со своего свежего мини-альбома «Стихия». В нем главная героиня после ссоры с молодым человеком едет в такси по ночному городу, переживая все случившееся. Внимание на экран. Желтое такси. Четвертое место. Ольга Серябкина презентовала клип на трек «Я хочу на Новый год». Это легкий клип о новогодних желаниях. Как всегда, певица сделала это стильно, ярко и с ноткой иронии. Давайте смотреть. Третье место. Артур Пирожков представляет видеоработу под названием «Старая знакомая». В ней Артур прогуливается по заснеженному парку, встречая там свою любовь из прошлой жизни и вспоминая эпизоды из давнего романа. По словам создателей видео, история, рассказанная в «Старой знакомой», отсылает нас к песне «Зацепила». Смотрим. Второе место. Сергей Лазарев и Ева Власова выпустили атмосферный зимний клип «Снег». Вдохновившись новогодней картиной «Ирония судьбы» или «С легким паром», Ева написала лиричную композицию. Новогодний трек собрал всю гамму эмоций. От безответной, запутанной любви и душевных терзаний до рефлексии об упущенном времени и возможностях. А снег идет и идет, в городе нашем любовь не живет. Первое место. Стас Костюшкин представил новый клип на песню «Вот-вот Новый год». В нем музыкант описывает приметы новогоднего праздника. Накрытый стол, текущая рекой шампанское и яркие огни на елках. По словам артиста, без этой песни Новый год будет считаться недействительным. Предлагаю не испытывать судьбу и скорее посмотреть клип. Сегодня все. Услышимся позже. А мы продолжаем. Сегодня, друзья, чествуем наших баскетболистов. Георгий и Евгений у нас в студии. Вы задаете им вопросы, а мы их озвучиваем. Вот как раз спрашивают Ольга Одигова, а какой средний рост игроков-баскетболистов? Ну, можно сказать, средний рост баскетболиста, это примерно как у меня. 1.85 м, 1.90 м, вот так можно сказать. Не забываем, что у вас есть более 2 метра. Да, и, наверное, за счет этого мы вытягиваем этот средний показатель где-то, наверное, до 194 сантиметров.
А ты где больше, в защите или в атаке играешь? А ну, вообще как? Там есть такое распределение, кто выше, тот там в защите, потому что прочее? Там, как сказать, есть разыгрывающий, атакующий защитник, легкий форвард, тяжелый форвард и пятый. То есть пятый игрок, он, как правило, самый большой. То есть, да, у каждого игрока есть своя определенная роль. Как обидно, да, есть тяжелый защитник, там форвард и пятый. Ну, это всех есть название? Центровой. Вот. Мы с Женей, мы делим одну позицию, мы играем на позиции легкого форварда. И я на ней играю, потому что, не знаю, верю в свой бросок, верю в то, что могу забивать, в принципе, создавать какие-то моменты, помогать в команде в защите, чтобы длиной своих рук и, в принципе, своим ростом забирать все мячи, которые спорные. Женя, он больше как-то на физические проходы, он такой контактный человечек. А, хорошо. Спрашивают еще. Ваш спортивный девиз и без чего не сможет обойтись высочайший баскетболист, спрашивает Михаил Гвоздков. Девиз есть у вас? Ну, я бы сказал, что без должных усилий ничего не добьешься. А у меня, наверное, идти только вперед, не оглядываться назад. Так, хорошо. Не поел, день не начался. Еще вопросы. Какой команде, возможно, зарубежной, вам бы хотелось бросить вызов? А может быть, не зарубежный? Зарубежный. Это если, например, брать АСБ, турнир, ну, ассоциацию студенческого баскетбола, то, наверное, хотелось все-таки поиграть с командами более элитного дивизиона, наверное. Там, допустим, с МГУ, с МГАВКом. Гутидом. Да, как-то проверить свои силы и оценить, насколько это чувство, когда играешь более, с такими командами более высокого уровня. А если вот прям мечтать? Вот вам сказать, выбирайте любую команду, она против вас сыграет. Против кого вы хотели сыграть? Ну, команды из NBA рассматривать смысла нет там, потому что будет разнос, мне кажется, в пух и прах все-таки уровень разный. Зато по кайфу! Ну, вот, наверное, да, тоже, в принципе, было бы неплохо с кем-нибудь из именно именитых таких команд сыграть. Даже ту же Евролигу российскую взять, или ВТБ конкретно. Там ЦСКА, Зенит. Да. Тоже будет опыт очень хороший. Вот так вот. Но будет разнос. Я ждал Лейкерс, Чикаго Буллс. Не называли ничего. Есть ли у вас в команде группа поддержки? И как они именно поддерживают Ирину Тетенькину? Группа поддержки у нас очень такая прям... Очень классная, я бы сказал. То есть девчонок очень много. Каждый домашний тур, который проходит у нас на арене, они очень громко поддерживают. То есть они... играют важную роль в нашем домашнем туре, можно сказать. Постоянно, да. В перерывах выходят на каждый перерыв. Есть такие помпушки у них? Да, обязательно. Там, когда противники бросают штрафные, они мешают. Там, ну, да, вот да. Такая вся тема. То есть ну, очень хорошо прям поддерживают. Также нас. Заводят, конечно, болельщиков. То есть, допустим, где-то кто-то не кричит. Ну, как бы, чирлидерши, они... Подходят, берут и кричат. Да, можно сказать. Помпушками по голове вот так вот. То есть они заряжают, наоборот, тоже играют такую важную роль. Атмосфере. То есть это важно, чтобы... Это обязательно у каждой команды баскетбольной? Или это просто по желанию, но это очень так поддерживает? Я бы не сказал, что это прям обязательная вещь, но в нашей ситуации это играет очень большую роль. Они нас прям заряжают на игры, и создается такая, как бы говоря, ответственность, что ну прям выигрывать надо, когда так за нас болеют. Так, ладно, капитан команды встречается с капитаном группы поддержки? Нет, он встречается с связкой из команды волейбольной. Вот так вот, это тебе не американские эти комедии. Все, все эти стереотипы рухнули. Елена Сандалова, а какое из нарушений правил у вас самое любимое? Когда не на мне, да? Лично про себя скажу, фалить очень люблю. В принципе... Ну, это шутка на самом деле, потому что тренер меня отчитывает постоянно. Пытаюсь выбить мяч и постоянно за это получаю фолы. Не знаю, вообще, мне кажется, у баскетболистов нет любимых нарушений, потому что, ну, нарушения не приводят к тому, что теряешь разницу в счете, либо наоборот ее больше увеличиваешь, что приводит в итоге к поражению, либо к нервозной игре. Поэтому стараемся как-то более грамотно играть. Да, ну, у меня, наверное, наоборот, я более такой дисциплинированный игрок. Я не люблю фолить, потому что... Даже если любой игрок будет фолить или как-то проявлять какие-то... Ну, играть как-то жестко. Грязно. Грязно, можно сказать, да. То есть тренер сразу на скамейку тебя... Я думаю, это такое чувство, которому не каждому охота ощутить. Хорошо, Катюшка Клинова, у вас есть какие-то прозвища в команде? Неофициальные можно.
Цензурная. Ну, лично вот я Женю на тренировках Евген постоянно называю, то есть более коротко. Меня все Жорой кличут, как просто короткое от моего имени. Есть у нас также Данька Гошев, это номер 30, у него прозвище Кашан, тоже от фамилии. Ну, там все такие вот, да, производные. Да, очень фантазеры вы. Я не верю, что они друг друга называют Дылда, там, знаешь, вот этого нет. Я вот не верю просто. Нет, такого правда нет. Там все, в смысле там кому... Ты, Дил, ты тоже. Хорошо, еще спрашивают, есть ли какое-то упражнение для роста? Для роста? Ну, мог посоветовать, наверное, просто висеть на турнике. И растягиваться постоянно. Просто растягиваться. Может, поможет, но мне кажется, зачастую это генетика. Ну, и также больше прыгать. Вот, допустим, многие люди ходят на баскетбол, чтобы стать, наоборот, выше. Потому что, когда ты прыгаешь, у тебя как-то рост... Ну, больше. Получается, тянешься вверх до кольца, как-то за счет этого становишься выше. Ну что ж, друзья, есть еще, знаете, тоже полезный у нас рецепт. И, как всегда, мы не только для роста, но и вообще для вашего организма. Сегодня, кстати, будем делать миндальное молоко, поэтому записывайте его. Сразу после вернемся, будем дарить вам подарки. Всем привет, меня зовут Юля Руш, и сегодня с вами мы приготовим домашнее молоко, но не обычное, а миндальное, например, для тех, кто страдает непереносимостью лактозы. Рядом со мной находится эксперт по правильному питанию Юлия Липунова, и сегодня как раз она и расскажет нам, как приготовить миндальное молоко дома. Привет, друзья! Готовить миндальное молоко очень просто, потребуется миндаль и вода. Самое главное – замочить миндаль на ночь или на 6 часов, но не меньше, потому что нужно, чтобы миндаль размок, вот как здесь у нас. Итак, все ингредиенты у нас уже готовы. С чего мы начнем? Какой первый шаг? Начнем с того, что подготовленные орехи промоем как следует. Угу. Добавим туда немножко фиников. Из фиников достанем косточки. И все, сложим в блендер. Пропорции такие: на 100 грамм орехов 400 грамм воды, 100 грамм сухих орехов. И обратите внимание, что с орехов эту кожицу не счищаем, потому что под кожицей тоже очень много полезных веществ. Добавляем финики. Косточки у нас уже достаты. Да, да, финики без косточек, конечно. Можно вместо фиников положить ложечку меда, можно ложечку какого-то сиропа, можно ничего не складывать, молоко будет более по натуральному вкусу, более естественно. Чуть посолим, чтобы добавить вкуса. Зальем водой и включаем блендер. 400 граммов воды на 100 грамм орехов. Взбивать орехи необходимо 4 минуты для того, чтобы они как следует измельчились до миндальной крошки. Вообще миндальное молоко – это насыщенное питательными веществами и низкокалорийная альтернатива коровьему. Но опять же, для малышей и подростков это не совсем подходит. Здесь уже лучше использовать привычное нам молоко. Хорошо, миндальное молоко у нас готово. Что мы делаем с ним теперь? Теперь необходимо это все процедить через сито. В итоге у нас молоко останется внизу, а на сите останутся крошки орехов. Какие вообще полезные свойства миндального молока вы знаете? Дело в том, что миндаль... Это рекордсмен по количеству содержания витамина Е. Витамин Е, который необходим для нашей кожи, для здоровья глаз. И когда миндаль замачивается, количество витамина Е увеличивается в несколько раз, поскольку разрушается процесс миндалитеров и происходит уже процесс прорастания орешков. Кроме того, миндаль очень хорошо обладает белковыми свойствами. Это для спортсменов, для веганов, потому что количество белка в миндале больше, чем в остальных орехах. А теперь у меня логичный вопрос. Вот у нас есть молоко, есть кашица, да, оставшееся пюре. Что-то с ней можно сделать? Миндальный жмых, его ни в коем случае, друзья, не выбрасывайте, потому что это очень полезный продукт. Его можно использовать для приготовления печенья. Можно взбить его с бананом и запечь. Будут такие миндальные печенья. Можно использовать для приготовления бисквитов. Миндальный бисквит, он как раз очень хорошо подойдет для этого. Можно использовать для приготовления смузи, когда мы добавляем туда ягоды, фрукты и немножко вот эту миндальную массу, потому что
все ценное белковое еще в жмыхе осталось. Что можно сделать еще? Можно вот этот жмых еще раз прокрутить и еще раз перетереть через сито. Ну что, я даже сама попробовала приготовить. Помогла Юля, поэтому действительно процедура несложная. И, наверное, логичный вопрос, который остается, это срок хранения, есть ли противопоказания. Хранить в холодильнике в закрытой таре до 4 дней. Не рекомендуется у всех, у кого есть аллергия на орехи, потому что все-таки ореховое молоко – это то же самое, что и сами орехи, поэтому свойства перетекают в молоко. А теперь нам остается перелить миндальное молоко в красивый стаканчик и, наконец, попробовать то, что у нас получилось. Действительно вкусно. И по-настоящему ореховое получилось. На что похоже? На что похоже? На ореховое молоко. Единственное, что хочу добавить, вместо миндаля можно использовать любые орехи. Фундук, арахис или бразильский орех. Ну, в общем-то, по той же самой технологии. Ну, а мы продолжаем. У нас Евгений и Георгий в гостях, и мы сегодня говорим про баскетбол. Еще одно буквально сообщение. Ольга Одикова. Ух, не перевелись еще богатыри на земле вятской. Вы такие классные. Удачи вам, ребята. Ну, еще один вопрос. Наверное, с двухметровой высоты мир видится как-то по-другому? На самом деле, да. Начинаешь замечать, как, в принципе, уровень глаз и уровень твоего видения намного больше, чем у всех в среднем, и как-то возвышаешь себя над другими, что ли. Ты встречаешь рассвет чуточку раньше. Да. Ну что ж, друзья, прямо сейчас будем дарить подарки. Вот на такой оптимистичной ноте мы решили, что мы сегодня выберем классных людей, наших телезрителей, которых и одарим. Итак, во-первых, у нас на трансформационную игру отправляется Наталья Дмитриева. И эта скидочка тоже для вас. Идите и трансформируйтесь. Далее, у нас еще есть сертификат «Школу речи». И скидка. Это для Александры Агалаковой. Тоже сегодня была достаточно активной. Идите и разговаривайте. Ну и два билетика на КВН достаются Ирине Тетенькиной. Напомню, что вам даже приходить за ними не нужно. Да. Вам вышлют эти электронные билеты, Ирина. Поэтому просто наслаждайтесь этим волшебным вечером. Ну что ж, у ребят скоро будет игра. Поэтому мы держим кулачки. Казань, 23 декабря. Все едем в Казань. В Казани будет разнос. Мы вам обещаем, потому что мы болеем за наших. Ну и, конечно же, вам побед. Даже хочется высоких побед. Но куда уже выше. Поэтому болейте за наших баскетболистов. Нам есть чем гордиться. Ну и, друзья, не забывайте, что сегодня в 19.30 новый проект. Новый выпуск «Давай оденемся». Поэтому смотрите и выбирайте вещи себе к Новому году. С вами сегодня были мы, Максим Кропотов. Алена Милин. Всем пока-пока. Улыбайтесь чаще. Пока-пока.